Параметры казны на 2017 год снова претерпевают изменения. Бюджет Ивановской области пробыл профицитным недолго. Снова дефицит – почти 700 миллионов рублей. Дело в том, что доходы увеличиваются на 2 миллиарда 755 миллионов, а вот расходы возрастают на 3 миллиарда 639 миллионов. Разницу планируется минимизировать в конце года за счет дополнительных доходов, потому дефицит депутаты называют техническим. Те доходы, которые мы спланировали с учетом дополнительных средств, переданных из федерального бюджета, нам не хватает для того, чтобы выполнить все расходные обязательства, в том числе и те расходные обязательства, которые пока не осуществлены, документы по ним не приняты, но в планах они есть. В частности, расходы, связанные с осуществлением поддержки государственных мер по стимулированию рождения первого ребенка.